через борт была выброшена. Два в одного. Шага, два в одного. Чесалин хет-трик оформил. Есть. Оформил хет-трик Чесалин за минуту и 9 секунд до конца встречи. Экс-игрок Витязя делает хет-трик на родной некогда арене. Многовато, многовато. Многовато. Для праздников Подольске многовато. Кепочки полетели с сектора болельщиков Екатеринбурга. Не сравнить это по количеству кепок, выброшенных недавно во время 5-го хит-трика в карьере Джо Тортона из Сан-Хосе. Но там дело было в другом городе, родном для этого хоккеиста. Но там понадобилось целое ведро для того, чтобы эти кепки собрать. А вот, собственно, повтор. Бросок в домик, по-моему, да, попал? Да. Чесалин. 5-1. У нас сегодня хитрик Чесалин.